Здравствуйте, ребят. Меня зовут Дима Александр. Сейчас мы протестируем наш Hilti GX120. У нас есть гвозди на 25 мм, а есть гвозди на 11 мм, если не ошибаюсь. Уровень газа в баллоне. Ну, он почти в конце. Сейчас постараемся продырявить. Вернее, мы уже продырявили. Вот такую пластину 6-миллиметровую. Есть, да? Валя. Это у меня. Ну, как вы видели, мы продырявили. Что я могу вам сказать про Hilti GX? Хорошая штука. Штука для прямого монтажа, прямого крепления, она очень хорошая. В оконной сфере, в оконной отрасли мы ее очень редко используем. Ну, не прямо уж каждый день. Но сильно. Очень, очень классно. Все, ребята.